6 тисяч отипов. Уменьшает поры? Это очень больно как-то. Всем аннигасио. Привет, это Кёна. Комментарий на сегодня. Валентина П. Еще будет знать, сколько это стоит. Хотя ради такого эффекта не жалко тратить деньги. Меридианный массаж, это обычно стоит от $300 до $500. Но я, чтобы вам рассказывать, договорилась, поэтому не делали бесплатно. После того, как я участвовала в программе Getty Beauty, это самая популярная бьюти-программа в Корее, очень многие люди мне писали, как кореянки уменьшают поры. Спасибо, я расскажу. Поехали! Я нашла очень эффективный способ. И знаете, там 6 тысяч отипов от кореяна. 6 тысяч, представляете? Я 10 дней использовала, очень большой эффект. Каждый день меньше и меньше стали поры. Ну, я сразу предупреждаю, это очень больно. Очень больно. Поэтому в Корее их называют матерная сыворотка, злая сыворотка. Это слишком больно, когда мы наносим, поэтому люди начинают материться. Я тоже материла, когда я использовала это. Мне в Инстаграме очень много задавали вопрос, Кёна, как нужно использовать гидрофильное масло? Кто делает макияж, обязательно надо использовать. Что вам надо? Сухая рука. Раз. Правой стороны я буду смываться с гидрофильным маслом. Левой просто пенкой. Вот просто вот так массажируйте. Вот. Не надо специально использовать вода для очищения глазки или губы. Это смывает вашу тушь и подводку, и губы тоже. Макияж тает, когда они встречаются с гидрофильным маслом. Потом, чаджан, я уже приготовила воду. Смочите и умывайте. У меня бульон появился после этого. И знаете, что я такой милый? Это пенка. Вы наносите BB-крем, лошон, тональный крем вот таким образом. Поэтому нам надо наоборот очистить кожу. Смотрите, вот так. Вот. Как будто вы чистите волосы на коже. Видите, левая сторона просто очистила пенкой, а правой с гидрофильным маслом. What? Потом надо использовать тоник. Покажу прозрачный пата. Левая сторона я просто с пенкой очистила. Не смывается это. Видите? Вот это результат, когда вы только смоете с пенкой. Эссенция нужна. И сразу. Это тоник эссенция. Это матерная сыворотка. Самая злая сыворотка в Корее. Ой, я боюсь. Уменьшает поры и отпиливает как пятна. Потому что здесь аденосин. Это 4 раза больше, чем витаминов. Тут есть линия масла, экстракт цитруса. Если масло цитрус встречается, это очень больно. Что надо делать? Смешивайте. Я очень боюсь использовать. Я ровно 10 дней использовала, но сразу меня уменьшали поры. Вот сейчас не больно. Это очень больно, как-то больно, но говорят, это для проблемной кожи тоже хорошо, ноль химического ингредиента, просто больно, но нет раздражения. Я понимаю, почему люди матерятся. Но как-то чувствовать, что ваши поры каждую секунду уменьшаются, вот так, зажимает так. Да, это очень интересно. Наверное, вы думаете, из-за химического ингредиента вот так... Больно чувствую. И не переживайте, нет раздражения и нет одного химического средства. Вау, я на хороший эффект. Ну ладно, пока-пока. Кожа под глазки очень мягкий, поэтому морщины очень легко появляются. Надо. Вот такой. И под глазки. Пейте, пожалуйста. Вот так. Пейте. Верхней части тоже. Скулы. Тоже. Уже успокаивается. Под конечный это. Кожа. В коже есть два типа. У кого холодная, у кого теплая. Теплая кожа желтая. У кого холодная кожа, они используются розовые.
Но вот это два для любого тона подходит. Все, закончилось сегодня урок, как надо правильно ухаживать за кожей. Надеюсь, вам это помогло. И обязательно меня поддерживайте с комментариями, с лайками. Хорошего дня вам! Люблю вас! Аня!